Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки. В прошлый раз у нас была победа в игре 2 на 2 в турнире. До конца турнира осталось 2 дня, но в этот раз, да, у нас, кстати, было и в обычной игре, в диско тоже 2 на 2 мы победили с напарником. Ну и тогда теперь я бы хотел все-таки игру, обычный модус, у нас 5672 трофея, и посмотрим, сможем ли мы увеличить. Это, конечно же, непросто, вы сами знаете, что после 5000 это всегда серьезные соперники практически, но мы попробуем. Я не показываю свой дек, потому что кто смотрел прошлые игры, он его видел. Ну и к тому же в процессе вы увидите его, вот наша бочечка с гоблинами, рыбак, птички. Там мне попался игрок Даларвит, ID Light клан, и он 12 уровня, мы 11. Он не спешит нападать, а да, вот пошли поросятки. Ну а мы пока тогда вот с этой стороны тоже нападем. Он так вот решил по мне ударить бомбочкой, чтобы доконать меня. Ага, так вот он. И птичек. Ну да, понятно, все. Хорошо, что я запустил своих, потому что теперь ему придется нелегко. Он использовал мороз, это стоило ему 4 эликсира, и теперь у меня есть возможность разнести его башню. Я так и сделал. Он допустил ошибку со своим морозом. Он не знал, что у меня есть эликсир, есть миньоны, и вот они смогли, помогли мне разбить его башню. Теперь, наверное, опять поросятки пойдут, если, конечно, он не поменяет тактику, да. Но я запущу своих рекрутов. Сейчас бомба пойдет, конечно же, но я думаю, мои успеют разобраться, пока бомба с его башней. Да, вот так мы и сделали. Попробуем мы-ка его палача сзади достать моими... Ага, у него полено есть. Он думал, что я буду с той стороны нападать моими зелеными человечками, но нет, я не стал так делать. И вот мои рекруты уже его третью башню добивают. Я не хочу, чтобы он разбил мою, пусть она еще постоит. Поэтому я запускаю мою лекарку. Вот у него что есть. Мои рекруты, короче, здесь будут совсем уж кстати. Вот, совсем будут кстати. Мои, да, вот у птички его пошли. Но я запускаю своих и надеюсь, мне хватит на рекрутов. Вот. Ничего, ничего, это у него уже продуманная тактика. Птичку его мы загрызли и идем дальше в атаку. У него есть полено, не забываем, поэтому мы запустим чуть дальше. Это уже тут не удержать. Да, смотрите, вот он, кстати, опять испугавшись, запустил полено, но, да, ну, кстати, там очень даже мало. Ага. Он идет опять на меня, но я не дам в обиду моего палача. Надеюсь, он не успел, да, не успел по нему ударить. И теперь у меня есть возможность сильно напасть. Тем более, что палач его с другой стороны идет, а мы идем с этой стороны. И теперь мы немножко потрепаем его башню, конечно же. А здесь нападем с двумя палачами. Возможно, у нас будет возможность разнести три башни. Так это и случилось. Извини, Даларвит, но мы были сегодня сильнее. Поздравляю нас. Это была очень классная победа. Мы заработали 50 золотых. И да, у нас на... нет места на уже на... Да, остальное будет освободить. Всего лишь 5 золотых стоит. Мы можем открыть. И в следующем бою уже получим какой-то сюрприз. А так у нас сейчас 5702 трофея. Очень неплохой результат, я считаю. Вот. И в следующую игру, я думаю, мы опять сыграем что-то из диска разряда. До свидания. Очень рад был быть с вами. Это третья подряд победа. То есть нам в последнее время удача на нашей стороне. Может быть, я отдохнувший сегодня играю лучше. Может быть, с соперниками везет, но не важно. Главное, мы победили и можем порадоваться сегодня победе. До свидания. Варвар Бой был с вами. До новых встреч. Тренировался.